Ладно, какой у нас план? У семьи Фина есть мастерская в центре. Раньше она там всегда работала. Возможно, и сейчас тоже. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Под предыдущим видео очень, даже под предыдущими видео, очень много комментариев, где писали люди: Максим, сними, пожалуйста, с оригинальным голосом видосик про Человека-паука. Вот, поэтому все претензии к ним можете пройти туда под комментарии, ой, под видео и написать комментарии и сказать, ну не надо ругаться, на самом деле я это не поддерживаю. Короче, всем привет, ребятки, меня зовут Максим, вы на канале Funny Games TV, и сегодня я записываю с оригинальным голосом Человека-паука Майлса Моралеса. Поехали, у нас задание основное, я так понимаю, к Фине отправиться или куда там. Это наша подружка, да, в предыдущем ролике мы выяснили, что она вот этот предводитель, вот этот тайный. Давайте разбираться, что происходит. Так, все заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Ну да, днем в черном костюмчике, не привлекая внимания, но это как-то прикольно. Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. В смысле пыль? У тебя высокотехнологичный костюм. Какая пыль? У тебя маска. Кстати, сейчас пандемия, и надо ходить в маске, поэтому советую вам приобрести вот такую маску и ходить в ней. Надеюсь, вам никто ничего не скажет. Никто не возразит. Ну, это же маска. Так, ладно, мы идем смотреть. Какая-то мастерская, в смысле? Мы с Финой как-то все лето помогали Рику ремонтировать старые гитары. Он все, что угодно мог починить. Ага, прикольно. Вот ее рюкзачок, кстати. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Это вот этот, я так понимаю, еще один, то ли их знакомый, то ли, видимо, он какой-то родственник Фины. Да, вот этот Рико. Мои сыны три поколения владели этим магазином. Рик уже почти продал его после смерти родителей. Видимо, Фина его переубедила. Ясно. Так. Кто-то не выключил свет. Давай смотреть. Вообще непонятно, что за сюжет, что происходит, что это Фина хочет. Так, изучить. Так, что изучить? Ага, вот это. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Ага, давай перевернем. Читать. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. По-моему, нормально, вот только волосы, может, шапку надеть. Ага, ясно. Давай дальше изучать, что тут есть. Или тут уже все, ничего нету. Нет, еще что-то, видимо, есть. Так, это можем. Это. Вот это можем посмотреть. Вся команда, которая создала Ну Форм, заболела? Стоп! Рик вел проект. Рик Мейсон, да. Рик Мейсон вел проект. Так, окей, что еще тут есть? Ничего, что ли? Она, может, мстит? Может, это ее какой-то дядя ее? Или... Блин, я упустил что-то, короче. Это то ли дядя, то ли их друг, то ли, может, ее какой-то родственник, непонятно. Ладно, окей, пошли смотреть дальше. Еще какая-то коробочка у нас тут есть. Даже не коробочка, это шприц. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Ну, явно же у этого пацана, наверное. Значит, этот, ну, форум вызывает какие-то заболевания. Возможно, там какой-нибудь рак мозга, еще что-нибудь. Кирпичная кладка совсем свежая. Так. Ага. И как это? Как ее вынести? Где ударом? Да. Ох. Вот это ты по-тихому. Вот это ты по-тихому сделал. Вот это я понимаю, убежище. Ну да, вот это лаборатория нормальненькая такая. Так, ладно, давай смотреть, что здесь. Вот маска ее. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Да, прикольно. Только я не понимаю, как эти оружия у них из ничего возникают, из воздуха. Они такие чук-чук-чук, как лего складываются. Это как? Что надо? Каким быть надо умным?
чтобы такое... Видеозапись. Полгода назад. Чтоб такое придумать. Странненько. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в Нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Ох, ничего себе. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Что происходит? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Он умер, что ли? Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Ох, да, привет, ребятки. А вот ее знакомый. Исчезай, исчезай. Да, не успел исчезнуть. Он здесь! Да, я здесь, здорово. Так, чтобы включить или отключить камуфляж, нажмите вверх. Да, мы, кстати, узнали, что... Чтобы подтянуться к точке выхода. Ага, все, понял. Мое исчезновение не слабо их напугало. Так, вы видите, как вы выключаете камуфляж, враги впадут в панику и начинают стрелять вслепую. При этом невозможно нокаутировать. Не пускай паука к компьютеру! Так, ясно. Так, вот этого, я думаю, можно забрать. Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Так, вот этого можно, да, забрать. Так, надо поотмечать врагов, как-то их так... А как их там отмечать-то, я уже забыл. Ой-ой-ой, нет. Как их отмечать? А, вот отметил. Эй, паук! Вот сейчас отметил. Я испорчу тебе костюмчик! Ага, вот еще двое. Давай отмечаем. Вот отмечаем, вот отмечаем. Так, ну все, четверо, что ли? Чтобы включить и отключить камуфляж, нажмите так. А что тратится у меня при этом, когда я камуфляж включаю? Я не понимаю. А, вон камуфляж справа, ага, вижу. Так, ну вот этого вот можно сейчас будет забрать. Вот этого. Давай, ага. Так, блин, звук опять начинает отставать, вот бесит. А ведь и впрямь могу. Так. Так, 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 так. Можно, в принципе, попробовать их так эй, вырубить. Паучок, ты знаешь, а, вон еще. Ага, нокаутирь паутинным ударом, эй, давай. Джайна, как оно? Так, отлично. Они такие милые, когда спят. Да и не говори. И не говори, реально милахи. Человек-паук. А, во, здорово. Они меня нашли. Да, звук капитально отстает, ребят. Сейчас надо это исправить. Так, все, вроде поправил, все нормально, должен... О, все, сейчас. Они сейчас в боевой готовности. Пусть не могу успокоиться, тогда и нападу. А, то есть так могу, да? Ага. Без паники! Рассредоточиться! Давай. В смысле? Пожаловали. Эй! Ты офигел, что ли? Так, давай. Оп. А как нокаутировать? Ага, отлично. Так, ну потихоньку начинаю разбираться.
Так, давай, камуфляж, заряжайся. Давай, 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 стреляй. Все, зарядился. Так, ну все, меня, короче, рассекретили. Блин, не понимаю, как это работает, ну ладно. Буду их так вырубать. До свидания. Где ты? Все, до сутки добивания. А. Ну все, добиваем тогда. О, все, со всеми добивались. Если найду телефон Фины, может пойму, что случилось с Риком. И почему она стала умельцем? Вот, есть координаты. Ну все, пошли искать тогда. Вау. Эй, ты еще кто? А кто за нами следил? Так, ага. Так, у вас есть неиспользованные очки навыков? А, ну вот, давай. Давай используем. Привет. Нашел чего в мастерской Фин? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. А, это брат ее. Ага, все, понятно. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. Похоже, Нуформ его как-то отравил. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон. Но потеряла его в лаборатории. Я хочу его найти. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Ладно. Короче, понятно, что этот Нуформ, видимо... так, вау, у нас новая ячейка. Короче, он, видимо, какой-то вредный. Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Какие-то жетоны я могу... Так, атаки, совершенные в течение 5 секунд после идеального уклонения, наносят 50% больше урона. Уменьшение получаем урон в рукопашной. Так, разрушает это. Давай уменьшение урона в рукопашной. Вот это активируем. Пусть еще одна ячейка будет. Так, гаджеты. Пошли посмотрим, что здесь с гаджетами у нас. А, достаточно срез, чтобы... так, это что у нас? Это у нас... А, голодроны. Ага, что делает увеличение урона, наносимого голодроном. Ладно, давай голодрон прокачаем. Так, жетонов не хватает. 10 жетонов надо, чтобы дальше прокачать. Здесь что... Здесь тоже 8 жетонов надо, ладно. Это жетоны, короче, даются за дополнительные вот эти всякие обучения. Так, давай здесь. Ой, не за дополнительные всякие вот эти миссии, задания. Так, увеличение радиуса действия усиленного биопинка. Ага, прикольно. Давай, прокачиваем. Окей, еще 3 очка навыка есть. Вау, а, вот, скрытность шкала камуфляжа восстанавливается на 20% быстрее. Тоже и хорошая вещь. Так, вот это что такое? Атаки совершенно во время действия камуфляжа в меньшей степени расходуют его шкалу. Ага, понял. Так, ладно, давай здесь смотреть, что у нас есть. Вот это что такое? Враг под воздействием биошока, столкнувшись с другими врагами, вызывает биошок. А, это биошок. Так, позволяет сохранить второе добивание про запас. Длительность серии, необходимо для второго добивания, сокращает до 10 ударов. Особо врагов можно сразить двумя добивающими приемами. Вау, вот это офигенная вещь, тоже ее берем. Ну и что еще? Ну и не знаю даже что. Так. Вау, а вот это что такое у меня? А, испытание паркура. Так, нажмите X, контактуй, чтобы существенно увеличить дальность прыжка. А, вот, испытание надо проходить. И видишь, еще дополнительные всякие эти дают. Так, бой. Бросай врага быстро. Ага, скрытность. Ну, короче, это испытание на скрытность, там, на это. Давай, ладно, вот это вот еще прокачаем. И все. Поехали сразу по заданию. А потом, если что, может быть, в следующей серии, либо я уже... не на видео, буду вот эти вот все дополнительные миссии. Тут, видишь, очень много дополнительных миссий. Так, вот это вот просто жетончики нам тут могут дать. Давай вот сюда заскочим, тут преступление совершается, так понял. Надо быстро вырубить. Не остановлю их, пострадают люди. Давай, иди сюда. Это не твой бой. А что так ездить-то? Эй. Что здесь виноваты обе стороны, а? Да, блин, как это вырубить его? Ого, пушку взял, оторвал, нифига себе. Так, мне кто-то там писал, говорит, что можно типа гранаты там кидать. Я это все знаю, ребят. О, схватил гранату. Я знаю, что можно их кидать, но во время боя не всегда это получается, поэтому... Так, тихо. Где вы там? Кто там?
Ага, попал. Так, и сюда. Почему же не остановлю? Я тебя сейчас остановлю как раз таки. Я для этого сюда и пришел, чтобы остановить вас. А, вот сейчас не успел, видишь, сейчас схватить. Ладно. Так, этого вырубил. Это что? Так, это вырубаем. Блин, да ничего не видно. Так, кого валить? А, эти тоже на меня охотятся. Вы серьезно? Ты офигели, что ли? Ё-моё, этот Роксан вонючий. Сейчас атакуешь. Если я потакую. Не стоило тебе сюда приходить. На. Он у меня на мушке. Да я тебе сейчас дам на мушке. Давай, этого убиваем нафиг сразу. И хпшку восстанавливаем. Эй, иди сюда, бро. Что, ты последний? А ну-ка, сюда иди. Ты чё, блин, вообще... Отрыв, отбился, а? Краснокожий. А, кто там, последний? Давай, до свидания. Ой-ой-ой, и красивое добивание. Вау! Ебой. Отлично. Можно так, двигать. Притянуть... А, там дополнительные, смотри, задания еще есть. Притянуть 8 врагов. Гравиколод... Гравиколодцам 0-8. Атаковать биосилой 4 врагов. А, я понял. Ясно. Есть, короче, дополнительные, видимо, задания, которые я должен выполнять. Но я их нифига не выполнил. Ладно, пофигу вообще. Главное, я спас людей, которые в этом нуждались. Ну, окей. Поехали. Ладно, идем на задание на следующее. 300 метров. Не так далеко, кстати. Так. А, вот я сейчас теперь, короче, могу вот так отталкиваться, чтобы набрать высоту. И даже, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Что-что? Как это? Обрушение моста. Стрельба посреди часа. А, вот так? Нифига себе, прикинь. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже? Беги. Во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толдычат по пятичасовым новостям. Сразу начал... Так, все, короче. Лаборатории Роксан. Приехали. Здесь появился проект Нуформ. Блин, мы сейчас походу по лаборатории по стелсу еще будем ходить. Это жесть. Это жесть. Кажется, я знаю, как туда попасть. Да уж. Да уж. Так, ну ладно, пошли. Это вентиляция под напряжением. К чему он подключен? Давай смотри. Можно его отключить. Ох-ох-ох-ох-ох. Подожди, что-то я не понимаю. А куда провод-то идет? Вот сюда. И что мне сделать? Мне надо этих вырубить, чувачков? Серьезно? Ну, видимо, да. Видимо, мне надо их отвлекать, короче. Так, ладно, давай их пометим. Ну, и, в принципе, это не совсем обязательно. Их тут много. Ой, их тут мало. Так, да, паутина. И как мне там паутиной-то стрелять? Я уже забыл, бро. Так, это я так. А, вот. Оп. Вот этого я забираю. А, видимо, меня вычислили, да? Нет? А, нет! Ха-ха, вот вы лохи. На. Да, эй, до свидания. До свидей. Все, спать. Так, что тут дальше? Ладно. Ага. Мне надо попасть внутрь. Так, сюда что? Этот удар? Ага, все понял. Так, окей. Поглощение врубаем. И повредило генератор. Даже не верится. Слушай, нормально, да? Решетка, главное, сломана. Я на месте. Лазер остался. Так, удержите А2, чтобы прицелить, потом R1, чтобы остановить вращающийся объект. А, понял, и пролезть могу, да? Ага. Так, окей. А куда мне? Так, сюда я не пролезу, видимо. Мне сюда. Вломился в лабораторию с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Да ладно, ничего страшного. Они они переживут. Играть в приставку. И есть печенье целыми коробками. Ну и куда? Блин, а ты у меня спрашиваешь, куда? Я фиг его знает, бро. Ладно, пошли сюда, направо. Так, тут что у нас? Какая-то схема нарисована.
Тут схема какая-то. Так, это по кругу мы, короче, да? С тобой. Да, это по кругу, видимо. Стоп! Я что, хожу по кругу? Да, 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 бро. Я проектировал, явно приврал свои резюме. Я тоже это понял, что мы по кругу ходим. Поэтому нам сюда. Так. Что нас ждет здесь в этой лаборатории? Интересно бы знать. Вау. Так, чтобы спрыгнуть, нажмите круг. Угу, я понял. Блин, ну там пол какой-то, мне кажется, нет? А, костюм плесень воняет. Костюм плесень воняет? Ну да. Ну интересно, что у них тут вода. И, кстати, мы-то... Телефон намного ниже уровня земли. Так, свеситься нажмите так и отпустите. А! Подождите. Ага, все. Ага, вниз опускаться. Все, на паутине просто спуститься надо. Она что, в канализации, что ли, где-то? Так, окейюшки. А, видимо, сюда. А что я сзади не могу посмотреть? Интересно, я сзади не могу. Так, чтобы спрыгнуть. Так, я нажал. Ой-ой. Так, нажмите, чтобы включить камфляж. Система вентиляции поломка. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Понятся. А если подлога нужна, вызывайте... Так, мне просто прямо надо, что ли? Да, мне прямо просто пройти. О! Здорово! А что смешного? Черт, Майлз. Для тощего пацана ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Серьезно? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Рокса. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Вау, класс. Только не попадись. Блин, да что за семейка такая у него? Все супергерои какие-то. Это девка, теперь дядька. Один батя был обыкновенный, и того убили. Как ты это делаешь? Так, удержите, чтобы вызвать пора меню гаджет. Мины. Ты, чтобы подсветить охрану. Что происходит с камерами? Опять электричество? Сюда? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только тут... Вау, серьезно? Так работает? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Подойдите. Да вдвоем подходите, значит, балбесы. Давай, бау, хорош. Так, и последний, походу, внимание, остался, да? Здесь Человек-паук! Внимание, говорит Германия. Внимание. Здесь никого нету. Так, ты сюда. Ты сюда спать. А ты, бро, сюда тоже. А, ну все, что ли, ты последний? Так, и чё, где у нас телефон? Где телефончик? Так, а вот это что такое? А, это типа дальность действия увеличивает, да? Ну, формовый реактор. Кто это был за? Чё это такое? Чё за звуки? А, это этот болтается. Так, ну туда. Ясно. Эй, где на форум, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра на форума сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер. Я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть в срок. Заткнись. Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру, однако... Сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию
и занялся делом. Ну, мужик, короче, опасный тип какой-то. Ладно. А чё у нас, бродяга? А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю, скажи спасибо, родине. А где голос-то твой, дядя? Не понял. Кажется, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Он там пишет, короче, а звука-то нету. Странно. Так, что мне тут надо? L3, L3, так, ага. А, вон там, ага. Это не нравится мне быть так близко к реакции. Парень, что раньше тут стоял. Ага, видишь, усиление какое, да, если в эту фигню я стреляю, то... Пау! И они сразу как бы умирают, все, я понял. Ну, типа не умирают, а их... Глупые дети. Глупые дети? Ха-ха, нифига себе. Глупые дети. Жесть. Так, 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 куда? Продолжаю патрулировать. Куда бы еще выстрелить? Надеюсь, в плазе все по расписанию. А, вон туда еще можно, смотри, кинуть. Да, вот сюда. Слышь, прием. Ага, идите, да, вдвоем проверяйте. Давайте быстрее. Принято. Кто это? Кто это сделал? А кто это сделал? А что это такое? А вот это вот. У нас потери, повторяю, у нас потери. Да нормально все у вас. Все отлично, ребята. Все хорошо. Не дайте. Не дадим. Ну, тебе дадим, поспи. Но больше не дадим никому. Так, где еще? Последний. Последний челик где-то. А, вон он. И пау, его вырубаем просто сверху. Так, что дальше? Что дальше, бро? Бродяга. Спасибо. Опять его нету голоса. Реактор прямо за тем взрывной барьер. А почему голоса твоего нету, мужик? Че у него с голосом-то? Открыть можно с того терминала. Ага, я понял. Давай, открываем. Погоди. Что-то с голосом, короче, у этого дяди. В городе есть дядь, другие лаборатории. В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. И что надо это делать? Это нужно прекратить. Че у меня такое? Че за лаги? Ты посмотри, даже и карты не открываются нормально. Вот это PlayStation 4, бро. Вот это... Офигенно. Так, бродяга, реактор внизу, он питает все это здание. Алло, да... Подожди, что за фигня? Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Окей, я буду дядю озвучивать, походу, сам. Дядька не озвучивает. То ли это глюк в игре, то ли что. Так, тут довольно-таки много врагов, бро. Давай отмечать их, потому что их пипец как много. Жесть. Начинаю обход. Просто жесть какая-то. Смотри, сколько их тут я уже... Чтобы видно было, сколько я пометил. Так, вон еще. Так, еще один. Так, еще, ну-ка, просканируем. Ну окей, я понял. Так, а я как Бэтмен могу, интересно... упасть. А, смотри, у меня есть... Я могу мину туда запулить. Иди, дядя. Давайте, два дяди, идите проверяйте. Ах, что это? Что это такое? Я не знаю, кто это сделал. Непонятно. Что это? Давай, третий, подходи. И пау, сразу троих. Трипл килл. Отлично. У нас тут что-то там произошло, а вот это... Я что-то слышал. Кто это сделал? Да, давайте, два. Вдвоем идите. А, троем, красавцы. Решил позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да, спасибо. Вообще-то так, уходим. Дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям жесть жестянская. Знаю. Мне пора, Ганс. Потом расскажу. Я не попал.
Так, жизнь жестянская. Да ничего не жизнь. Неподалеку, да, вот он я. А, вот и последний остался, походу, да? Где он? А, вот он. Здорово! Спи! Сладким сном. Так, ну что, куда нам дальше-то? Бродяга, ты где там? Ответь. Ага, вниз я, походу, так понимаю, нам не спрыгнуть, да? А, тут какой-то механизм. Так, ладно, походу спрыгнуть. Да спустись. Спасибо. Так, а, вон он вышел. Нужно как-то отключить вентилятор. И как? Блин. А, чё? Я должен как-то закрепить. А, ну я понял. Да. Теперь провода. Чё, а чё с проводами? Вырвать их? А, все, отлично. Окей, давай. Стои. Так, вентилятор вырубили. Блин, это же реактор, его же надо остужать. А если он этот взорвется из-за того, что мы его не остудили? Так, куда теперь? А, вот телефон. Ясно. Все, мы нашли телефончик, отлично. Надеюсь, iPhone 12. Батарея села. Да ты че? Ты... О, да, подзарядка. Отлично. Нормально подзаряжать телефончики так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению Нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Пина! Это не я! Промышленный саботаж? Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвого инженера? Да лишь нитик в этом механизме. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Рик, нет! Нет! Пина, не смотри! Жесть, его что, просто стерло с лица земли, что? Видали, он исчез прям. Расщепило его на атом. Там есть кто-то еще. Найдите. Понятно. А, вот, телефон упал. Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем ты достал телефон? Сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Дядя Аарон? Ладно. Я подниму барьер, дай знать, когда будешь готов. Спасибо. Так, ну что, давайте на этом закончим, ребят, и продолжим уже в следующем видео. Надеюсь, вам понравился мой оригинальный голос. Что я говорю, я уже не раз с ним записывал, поэтому все ваши пожелания я жду в комментариях. Пишите. Ну, а с вами был Максим. Всем удачи, всем пока.